11 días. ¿Están de aquí? Sí, sí. ¿Va a dejar más? No, же нет. Вот такие вот штучки на ручку. Вот такая сумочка на длинном ремне. 400 рублей. Что за фирма? Фирму я не вижу. Просто вот такая. Вот такая сумка, отделана мехом, с кармашком. Фирму они заделали, не знаю, что за фирма. Так, вот, на подкладе есть. Стоит она 850 рублей тоже, на длинной ручке и на двух коротких. Ножек нет. Затем вот такая. Она как с плащевки сделана, из ткани. Гес. На цепочке. Здесь ручка с такими штуками. Внутри подклад такой тоже. Стоит она 400 рублей. Такая вот сумочка. Такая. На длинном ремне такая сумочка. Рублей, но она такая поношенная, не очень. Затем еще вот такая сумочка, тоже на длинном ремне, сзади, сбоку такие застежки, подклад цветной, такой цветной подклад. Стоит она 800 рублей. Такая сумочка. Такая сумка, натуральная кожа. Здесь видно ее. Такая цепочка сделана. Что у нее внутри? Стоит она, ого, 1700. Вот такой фирмы. Очень дорого, 1700. Ну, кожаная бананчик. Посмотрите, какой клатч, сумка клатч на ножках, такая застежка шикарная, 1000 рублей. Под кожу, но не кожу. 300 рублей. Это 300. А это что? Такая большая сумка. С карманом. Ну и куда? 300 рублей. Так. Вот такой фирмы сумочка, сделана как бы из плащевки, такие штучки, кармашки. С
здесь тоже фирма написана. Стоит она 450 рублей. Бирюзовая такая сумочка. Ну, что-то у меня здесь как голубая, но так она бирюзовая. По-моему, кожаная. С таким цветочком. Стоит она 650 рублей. Никаких опознавательных знаков нет. Что за фирма? Новый завод. 1600. Такие коротенькие. Нормально под пятачком сделано. 1100. Вот еще одно подобие такой. Но уже пуговицы не такие. Такая. Спортивная больше. 900 рублей. Торты и рукава отстегивают на замках. Это что? Такие вот пуговицы. Замочек. Большая. 1000 рублей. Большая. Хорошая. Балония такая. Это шелковистая балония такая. Шок. Такой фирмы. Классно. Вот такой классный. Ручка. Это больше мужская. Классная. Прям как новая вообще. Как будто ее вообще не носили. 1200. Еще одна такая вот. Пасы. Тоже больше так спортивные. 1100. Вот такая курточка. Пуговицы на ней. Капюшон. На пуговицах написано что-то. Никак не спортивируется. В общем, цепляются эти карманы. Ок. 1200. Тоже, видимо, настоящие. Длинное, как пальто длинное. Такой вот замок. Натуральный мех здесь на воротнике. Это не капюшон, это воротник. Здесь стоечка, ну, в общем, какая-то двойная. И вот так вот она сделана. 1200. И такие застежки, как прищепки какие-то. Да, как прищепки. Парка сделана, завязочки здесь. 1200. Здесь тоже самое на пуговичку. Вот, посмотрите, какая. Воротник двойной у нее. И вот такие застежки. 900 рублей. Коротенькая.
комочки на кармашках. Все, 1200.